Весна понемногу вступает в полномочия, но коммунальщики не ждут, пока само растает. Уборка городских улиц продолжается. Только теперь на повестке не снег, а лед. В дневное время при положительной температуре наледь скалывается специализированной техникой, а вывозят ее ночью. Эти наледи создают опасность для движения, потому что если машина попадает на этот участок дороги, она может попасть в дорожно-транспортное происшествие. Это первое. Ну и второе, мы таким образом обеспечиваем вскрытие ливневки, чтобы вода потом беспрепятственно сходила с дороги. Подходы к остановкам и пешеходным переходам, а также узкие тротуары убирают вручную. Механизированная уборка предусмотрена на крупных городских улицах. Всего их в плане 116. Тротуары прометают с периодичностью 3-4 раза в неделю. Перераспределяем силы своего заснега на механизированную уборку, которая проводится по тротуарам и по льду в прилотковой части на дорогах. Что касается вывоза снега, то количество бригад сокращается. В основном убираются места подтопления. У нас в городе 40 и 35-36 уже освобождены. И вот буквально, я думаю, что в течение недели вся эта работа будет закончена. Чем меньше снега и наледи останется в городе к значительному повышению среднесуточной температуры воздуха, тем меньше вероятности локальных подтоплений. Но и на этот случай техника имеется. В арсенале МУП СЖХ 6 единиц техники для откачки талой воды, которые совсем скоро начнут работать на участках ежегодно весной страдающих от подтоплений, где нет ливневой канализации, а также по заявкам жителей. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.